Сегодня в Киеве состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2017». На главную арену в 22:00 по местному времени выйдут представители 26 стран. Откроет программу представитель Израиля Имри, а последней выйдет на сцену француженка Аима. Украинская группа «Торвальд» выступит под номером 22. В этот вечер за победную песню голосуют все 42 страны-участницы конкурса. Проголосовать смогут все желающие с помощью СМС и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона. При этом количество звонков и сообщений с одного номера не должно превышать 20. Также не засчитает голос за свою страну. Отметим, что кроме мнения зрителей, при определении победителя учитывает и оценки профессионального жюри. Соотношение голосов составляет 50 на 50. Детальные результаты голосования как зрителей, так и жюри огласят только после окончания гранд-финала.